На канале Постобзор вас ждет темная сторона форума Reddit. Перевод криповых историй с Reddit NoSleep о Даркнете, Чернобыле, пропавших без вести людях и разных паранормальных явлениях. А если любишь истории из реальной жизни, то смотри рубрики КМП и Кринж, которые пугают еще больше. Ссылка на канал Постобзор в закрепленном комментарии под этим роликом. Доктор, с моей женой все будет хорошо? Мужчина лет 35 жалостливо смотрел на врача родильного отделения. Я не могу дать вам никаких гарантий, ваша супруга знала, что это огромные риски. Я провожу вас к ней, вы должны быть рядом, поддерживать ее. Врач протянул халат и шапочку для мужчины и позвал следовать за ним. Уже как 6 часов женщина мучилась со схватками. Делать кесарево было запрещено, она бы не отошла от наркоза. Но и рожать самой это было ошибкой. Ее почки и сердце были слабыми, врачи запретили, но она слишком сильно хотела ребенка. Поэтому уговорила мужа пойти на этот риск, взяв с него обещание, что даже если она погибнет, то он никогда не откажется от ребенка. 4 мучительных часа. И вот он, первый крик маленького чуда. Мужчина смотрел на свою жену, и его брала гордость за нее. Смелая и самая любимая. Он держал на руках крошку сына и целовал его и ее. Ребенка осмотрели, он был здоровеньким и крепким. Но через какие-то полчаса ей стало плохо. Ребенка забрали, а ему сказали ждать за дверью. Врачи боролись за ее жизнь около 5 часов, без права даже на отдых. Но, увы, она ушла. Через пару дней врачи позвонили мужчине с вопросом о ребенке. Он хотел оставить его в роддоме, но совесть не позволила. Он обещал ей. Приехав в больницу, врачи с грустной улыбкой вынесли конверт с мальчиком. Он плакал, очевидно, искал маму. Мужчину это только раздражало. Он ненавидел его, он был виноват в смерти той, кого он любил больше жизни. Брезгливо морщась, он забрал его и поехал к своей матери, дабы избавить себя от этого кричащего противного младенца. Мама, конечно, пыталась вразумить сына, но тот наотрез отказался, сказав, что будет отсылать лишь деньги, и уехал. 2016 год. С тех пор прошло 6 лет. Мальчик рос и был копией своей покойной матери. Он много раз спрашивал про отца, про маму. Бабушка долго отмалчивалась, пряча слезы, а потом рассказала, какой бы ни была горькой правда, а он ее все равно узнает. Мальчик винил себя, но ему очень хотелось поговорить с папой. А вот у отца такого желания не было. Проходило время, отец все реже звонил, а потом и вовсе перестал. А затем и перестал переводить деньги. Бабушка пыталась его найти, но всегда возвращалась грустной. 2020 год. 10-летний Ярослав несся домой со школы. У него было много дел, а бабушка последнее время совсем сдала. Особенно после последней поездки к отцу. Она ничего не говорила мальчику, только повторяла. «Ничего, Ярик, проживем как-нибудь». Мальчик кивал головой и молчал, чтобы не расстроить ее еще сильнее. Но сегодня она почти не вставала с постели, хотя делала вид, что все хорошо. Кроме нее у него никого не было, про отца он старался не думать, он очень волновался. Ради бабушки этот мальчик учился прилежно, его взяли в спортивную секцию, он был лучшим из лучших. И в глубине души надеялся, что отец однажды оценит его стремление. Бой курантов закончился. Наступил 2021 год. Народ гулял и веселился, кроме одного мальчика Ярослава.
Он стоял на кладбище и поздравлял бабушку с Новым годом. Она не дожила до него всего лишь неделю, и теперь его должны забрать в приют, или же отец объявится. На последнее он не надеялся. Придя в их старый домик, он проверил, все ли прибрал. Собрал давно свои вещи, бабушка оставила дом ему. Но до 18 лет, когда он сможет сюда вернуться, было еще долго. Поэтому он грустил. К воротам подъехало несколько машин, он знал, что уже пора. Сложив аккуратно старый фотоальбом, мальчик взял свой рюкзак и пошел закрывать все необходимое на замки. Соседка баба Глаша обещала присматривать за домом, но все же он волновался. В сенках уже послышались голоса, и он просто ждал своей участи. «Здравствуй, Ярослав!» Высокая женщина из опеки с тоской смотрела на мальчика. «Мы за тобой приехали, но уже с лучшими новостями». Она пошла и села рядом. «Я готов!» Он обреченно вздохнул. Какие же лучшие новости, когда сердце переполняет горе. «Ярослав, мы нашли твоего папу. Он тебя заберет к себе. Он был долго в командировках, но так как он единственный родственник и не был лишен родительских прав, то ты поживешь у него. Но если что, то ты всегда можешь уйти к нам». Она похлопала мальчика по плечу и встала. Он проследовал за ней в машину, дом опечатали. Документы на дом хранились теперь в опеке, до наступления совершеннолетия мальчика. Свои 10 лет он уже пережил две потери. Скоро приближался его день рождения. Но теперь желание праздновать совершенно отпадало. Они приехали в детдом и прошли в кабинет директора. Там сидел Игорь Сергеевич, директор, и мужчина лет 60. Морщины, пустые и холодные глаза, небритая щетина и не очень опрятный вид. Ярослав поморщился, мужчина это заметил. «Здравствуй, Ярослав!» Он смотрел с неким отвращением. «Здравствуйте!» Мальчик съежился, и какой-то холодок пробежал по его телу. «Ярослав, это твой папа!» Игорь Сергеевич сидел немного взволнованным, ему явно не нравится этот человек. «Да, я твой отец», – выдохнул он. «Я понял», – мальчик, едва шевеля губами, произнес в ответ. «Ну что же, вот документы, вот назначение на выплату пособий по содержанию ребенка, которые от вашей мамы перешли к вам. И вот еще что, Михаил Дмитриевич, я надеюсь, что вы меня поняли и запомнили все то, что я вам сказал». Уже более сурово сказал директор. «Да, можете не продолжать, я понял, я сказал же, что я в завязке». Мужчина сделал такое недовольное лицо, что Ярослав поежился. «Пошлище!» Он оборвал себя на полуслове. «Сынок!» Тут же исправился. Они вышли и сели в такси, мужчина поглядывал на парня и не скрывал своего отвращения. Ярослав надеялся, что, может быть, они смогут наконец поговорить, но как только они приехали к дому, его надежды посыпались крахом. Такси скрылось за поворотом, мужчина шел к квартире, не оборачиваясь, а стоило им зайти в нее, как он схватил Ярослава за шкварник. «Значит так, щенок, запомни, я тебя ненавижу, но мне очень нужны деньги, поэтому будешь молчать и делать всю работу по дому. В школу я тебя устроил, про свои тренировки забудь, толку из тебя не выйдет. И ни единой жалобы, иначе отправишься вслед за предками, понял?» Он яростно дышал, раздувая ноздри, а когда кивнул в ответ, то получил первый подзатыльник в своей жизни. «Я не люблю, когда мне перечат. Я не любитель много говорить. Это тебе за то, что четко и ясно не отвечаешь». Он ударил еще раз и еще, а потом спокойно пошел мимо, бросая парня на пол. «Убери здесь все, я буду поздно». Он сплюнул в пепельницу, перешагнул Ярослава и ушел. Ярослав лежал на грязном полу, слезы так и рвались наружу. Но он запретил себе проявлять слабость. Отец ненавидел его, а уходить ему некуда. Сбежать в детдом? А что тогда? Он потеряет последнюю надежду на семью.
Бабушка всегда говорила, что однажды отец поймет, а если он уйдет, то так и не сможет быть с ним. Мальчик встал, вешая свою куртку на гвоздик, так как вешалки он не нашел. Прошел по квартире, она была большая, трехкомнатная, с огромной кухней и ванной, но очень грязная и прокуренная. Стало понятно, его отец пил и очень много. Только одна комната была закрыта, но он побоялся ее открывать, чтобы не разозлить отца. Он положил свой рюкзак на стул и переоделся в домашнюю одежду, попытался найти хоть что-то для уборки, но ничего не было. Тогда Ярослав решил рискнуть и постучаться к соседям. Открыли ему не сразу. Пожилая пара удивилась ребенку, которого никогда не видели, но узнав, что он сын их соседа-алкаша, очень расстроились. У них был внук, тоже сирота, но его не было дома. Выслушав просьбу мальчика, они лишь вздохнули, но дали больше, чем требовалось, и даже завернули еще горячих пирожков. Ярослав хотел отказаться от угощений, но бабушка настояла, и он согласился. К слову, эти квартиры были коммунальными, а как ему рассказывала бабушка, отец выкупил их в свое время, и теперь была хорошая трешка. Мальчик, пройдя квартиру, тяжело вздохнул. Такой помойки он никогда не видел. Но выбор был невелик, поэтому стоило начинать уборку. Ванная и туалет были раздельными, но тоже большими. Он быстро нашел ведро и набрал туда воды, а на лентяйку, что одолжили соседи, он ловко намотал тряпку и принялся сначала все выметать. Вместо пакетов нашел старый мешок из-под картошки. Сгребая огромные кучи мусора, он поражался. Бутылки, окурки, грязь, консервные банки – все, что только могло и не могло, попадалось ему на глаза. Закончив все собирать и выметать, он протер пыль. Сложил все грязное в ванную и принялся отмывать пол. Грязь не хотела поддаваться, но он все же упорно отмывал все с белизной и хлоркой. Несмотря на зиму, которая была холодной, он открыл настежь окна, чтобы все проветрилось. В квартире постепенно становилось чисто и свежо. Запах хлора и лимона сменял запах гнили и алкоголя с табаком. Отмыв ванную, он замочил белье, а пока оно отмокало, принялся очищать мебель. Работа кипела вокруг. Вода в тазу на плите закипала, парень кипятил всю посуду, отмывал все пригоревшие кастрюли, сковородки, ложки, очищал содой, и квартира словно задышала. Ему даже показалось, что сильный сквозняк произнес «спасибо». Спустя часов пять тяжелого труда ему удалось привести это жилье во что-то приличное. Обои были желтыми от табака и изрядно порваны, поэтому чистота хоть и давала более опрятный вид, но разрушение было настолько огромным, что квартира все же представляла собой просторную берлогу в очень плачевном состоянии. Но это все было не так уж и важно. Со временем, может быть, он сможет привести ее в порядок. Очень устав, парень поел пирожки, но не забыл и об отце и оставил ему большую их часть. Не найдя чайника, он взял тарелку из железа и вскипятил там воду. Подождал, пока та остынет, и попил. Чая или что-то похожего не было, но это было совсем не важно. Он валился с ног. За окном уже темнело, и парень загрустил. Это была его первая встреча с отцом, но вместо хоть какого-то знакомства он больше напоминал Золушку, правда, вместо мачехи был его родной отец. Он прошел в самую пустую комнату, где не было ничего, кроме паласа на полу, и, постелив свою куртку, накрылся тонким покрывалом, которое успешно высохло на батарее. Усталость взяла свое, и он уснул. «Ого, как у тебя чисто, Миха!» Громкий мужской голос разбудил меня. «О, ты решил прибраться, или опять мать твоя приезжала?» Противный женский голос, который изрядно выдавал то, что она пьяна. «Нет, мать концы отбросила, а это щенок убрался». По голосу отца я понял, что обо мне он говорит неохотно. «А ты себе что, бабу завел?»
Голос пьяной женщины переходил в истерику. «Нет, щенка пришлось забрать. Этот ублюдок под наблюдением опеки, за него деньги платят, пособие. Вот и взял после того, как мать окочурилась. Она же этого гаденыша оставила, хоть какой-то прок будет от него». Мужчина выругался. «А, так у меня что, есть пасынок? Мишенька?» Противный смешок вперемешку с хрюканьем. «Ага, вот и займись его воспитанием!» Он еще раз выругался. «А как его зовут-то?» Мужской голос был более спокойным и, наверное, трезвым. «Я что, помнить должен? Щенок и щенок!» Отец хотел еще что-то добавить, но в дверь постучали. «Кого нечистая принесла? Иду я!» Он подошел к двери и открыл. По голосам я понял, что это пришли соседи. Та самая пожилая пара. Они спросили меня, на что он разозлился на них и сказал, чтобы не смели даже носа своего совать. Затем стал кричать. «Щенок, а ну иди сюда!» Его голос не предвещал ничего хорошего. «Да, отец». Я осторожно выглянул из комнаты. «Что? Соседям уже жалуешься?» Он насупился и сжал кулаки. «Нет, я просто спросил у них чистящие средства и, наверное, они хотели их забрать». Я опустил глаза в пол. «Чтобы больше такого не было!» Его глаза источали ярость. Но женщина, которая скорее походила на бомжиху, дернула его за рукав. «Мишенька, давай я его научу!» Она состроила на своем лице противную улыбку, желтые зубы которых было очень мало, а запах перегара заставил глаза щипать. «Иди сюда, мальчик, я твоя новая мама!» Она протянула ко мне руки, но я лишь дернулся от нее. «О, да мы с характером или что? Мама нехорошая, не такая, как ты хотел!» Она резко схватила меня за ухо, я хотел вывернуться, но поймал сердитый взгляд отца. Смирился и стал ждать своей участи. Она таскала меня за ухо по всему дому, пинала, если ей казалось, что я иду слишком медленно. Толчки в бок, она тыкала меня лицом к полу, указывая, что я плохо его отмыл. Затем скинула свои грязные дырявые сапоги, положила на мои колени свои вонючие ноги. «Видишь, мама устала, сыночек, мама хочет массаж ног». Она засмеялась, и все дружно они разорились хохотом. Мне ничего не оставалось делать, как мять ее грязные и вонючие ноги. Как я сдержал рвотный рефлекс, сам не знаю. Изрядно подпив, отец с дружками начал играть в карты и за каждый свой проигрыш поколачивал меня, словно я в его дом привез неудачу. Изо дня в день, из раза в раз, я терпел побои. Отец не пил только 3 дня в месяц, когда приезжала комиссия из опеки. Перед этим он изрядно избивал меня, а потом я наводил порядок, создавая вид скромного, но чистого жилища. Синяки я прятал под старенькой толстовкой, в школу ходил. Моя учеба была единственным местом отдыха. Учителя меня хвалили, но друзьями я так и не смог обзавестись. Со мной старались общаться, но я понимал, что не смогу даже пригласить никого в гости, и поэтому меня стали считать странным. Но слава богу, что ко мне никто не лез. Так протекала моя жизнь изо дня в день. Про мой день рождения никто и не вспомнил. А когда я намекнул, то отец разозлился и сказал, что это не мой день рождения, а день, когда я своим появлением на свет убил мать. Удар под дых, я сел на колени, а отец начал меня избивать. Остановился только тогда, когда понял, что я теряю сознание и задыхаюсь. Но вместо слов сожалению он просто выплюнул. «Не хватало еще отсидеть за такого ублюдка, как ты!» И ушел. Моя жизнь уже не походила даже на самый жуткий кошмар. Она походила лишь на постоянную попытку выжить. Соседи втайне от отца подкармливали меня. Я мельком видел их внука Костю, но он особо не был дружелюбным, постоянно был в своих делах.
но иногда мне казалось, что он разговаривает сам с собой, а иногда, что ему кто-то даже отвечает. Но, скорее всего, мой мозг и слух выдал мне ложную информацию, так как многое мне стало казаться. Сегодня была суббота, и я не учился. Выходные были самым страшным кошмаром в моей жизни. Но этот день преподнес мне множество сюрпризов. Отец, проснувшись с похмелья, всегда был полон злобы. Я уже сделал ему и его сожительнице, которая сказала, что я обязан звать ее мамой, завтрак и готовился получить очередной подзатыльник. Как и ожидалось, мой завтрак снова был противным и невкусным. Отец нанес очередной удар, но в этот раз я не устоял и ударился головой об косяк. Мое сознание поплыло, на его лице я увидел испуг. Но потом все куда-то исчезло, и я провалился в черную бездну. Через какое-то время меня закрутило, и я летел по туннелю. Он был белоснежным и таким чистым. Резкое падение, и я приземлился на твердую поверхность. «Это кто еще?» Незнакомый, но нежный женский голос был крайне удивленным. «Судя по запаху, это человек». Мужской голос был не злой, но встревоженный. «Обычный человек не мог к нам попасть». Снова женский голос. Пора было уже перестать бояться и посмотреть на тех, кто явно обсуждал меня. Открыв глаза, я огляделся. Как оказалось, я сидел на огромном столе в окружении 13 человек, 5 девушек и 8 парней. Они были в белых одеждах, словно плащи. Отличались лишь вставки, там были разные фигуры. «Здравствуйте», я почти шепотом выговорил по букве, словно заика. «Здравствуй», девушка улыбнулась. «Как ты сюда попал и кто ты?» «Я не знаю, честно, меня…» И тут я остановил сам себя. «Я упал и ударился головой, а потом… вот, я Ярослав. Но я не хотел, извините, мне только 11 лет, и я, честное слово, уйду сейчас же». Выпалив я, попытался встать, но тело меня не слушалось, а о себе дала знать вывихнутая лодыжка. Не сдерживая стона, я схватился за больную ногу. «Ему больно». Девушка посмотрела на меня с таким сочувствием. «Конечно, ему больно. Учитывая тот факт, что его избивали, то он еще очень смел, раз молчит». Это сказал парень с символом дракона на одежде. «Избивали?» Девушка широко распахнула свои глаза, они были такие синие, что я чуть не утонул. «Я… простите, все нормально, вам показалось, можно я пойду?» Я напрягся, конечно, возвращаться к отцу не хотелось, но там я точно все знал, а кто эти люди, я не понимал. «Успокойся, я. Молодой человек с рисунком дерева посмотрел на меня. «Я все вижу и без твоих слов, и даже знаю причину, почему ты тут». Он спокойно смотрел на меня и был равнодушен. «Я умер». Это первое, что пришло мне в голову. «Умер? Нет, ты просто еще много о себе не знаешь. Но вот то, как с тобой обращаются, это не очень хорошо». Теперь его взгляд выдавал тревогу. «Может, ты с нами поделишься информацией?» Девушка посмотрела на парня с деревом, это я так их мысленно назвал, на что тот принял более удобное положение и указал на меня. Я тоже посмотрел на себя, вроде все было прежним, только из-под толстовки проглядывался рисунок, который шел по коже. Я, забыв о стеснении, снял толстовку и ахнул. Там красовались необычные символы. Их ветви росли у меня на глазах, покрывая руки и, скорее всего, ноги. А по центру грудной клетки было изображено нечто похожее на закрученную ракушку или воронку. «Что это?» «Если я не умер, то значит вернусь к отцу, за такое он меня явно не похвалит». И словно прочитав мои мысли, парень придвинулся ближе. «Не волнуйся, кроме тебя и нас это не увидит никто. Ты не просто мальчик, Ярослав, ты избранный высшими силами. Но думаю, что тебе стоит сначала узнать, почему.
а потом уже паниковать. Он улыбнулся сдержанной улыбкой. Он обвел взглядом всех присутствующих. «И думаю, что со стола тебе лучше слезть». Он помог мне слезть, и мне принесли стул какие-то маленькие коротышки. Они были очень расторопными и пыхтели, не знаю почему, но я непроизвольно вспомнил Костю. Ему бы пошел такой питомец или кто это. Они также быстро внесли еду и поставили ее на стол. Там было много всего. Названия некоторых блюд я даже не знал и не видел нигде. «Угощайся». Девушка с рыбкой придвинула ко мне тарелку, которая тут же наполнилась чем-то вкусным, судя по запаху и виду. Все также принялись за еду, а я стеснялся. «Кушай, не переживай, все будет хорошо». Парень с деревом придвинул ко мне тарелку ближе, и я все же решил попробовать. Хуже уже не будет явно. Еда оказалась вкусной, я, наверное, настолько голодал, несмотря на все угощения соседей, что увлекся. Моему счастью не было предела. А когда остановился, то стало немного стыдно, что я так много съел. Но те, кто сидел со мной, просто улыбнулись и сказали, что хороший аппетит – это не грех. «Яр, думаю, пришло время тебе кое-что узнать». Девушка с рисунком солнца мило улыбнулась мне. «Да, я готов». Внутри меня бушевал испуг. «Не бойся. Просто ты особенный, не такой, как все. Ты еще не должен был об этом узнать, но раз уж ты попал к нам, то на это были свои причины, которые даже нам непонятны. Ты юный ведьмак, маг, волшебник, как тебе удобнее. Но у тебя есть особенная способность. Ты стихийник и способен владеть всеми силами природы, а также им последующие явления. Земля, вода, огонь и воздух будут подвластны тебе, если обучишься, конечно, а также силы исцеления и пробуждения. Правда, вот с последней силой тебе сможет помочь только тот, кто является некромантом. Сможешь обучиться всему, и тогда станешь на свой жизненный путь. А потом и найдешь некроманта и обучишься у него всему тому, что завершит полностью твои познания». Парень посмотрел на меня внимательно. «Но разве некроманты дружелюбны? Да и осталось их совсем мало». Девушка с луной посмотрела скептически. «Да, но есть один, который, думаю, сможет помочь. Молодой и уже достаточно опытный. Но он сам еще не завершил свое обучение. Возможно, к этому времени он его завершит, или же они смогут обучиться вместе. Его знания достаточно глубоки, и его фамильяр прожил не один век. Он многому может научить. Но я думаю, еще рано об этом говорить, пока Яр сам не научится всему тому, что нужно знать». Они говорили, а у меня в голове образовалась каша. Я не понимал, о чем они. А их лица сливались воедино, голова закружилась. «Ему пора уходить, мы должны отдать ему свои дары». Я уже не понимал, кто это говорит, только почувствовал какое-то тепло и легкость, а потом снова провалился в туман. Сквозь непонятную возню я услышал шаги и голоса, один из них принадлежал моему отцу. «Если этот щенок сдохнет, то будет худо». Он говорил с нескрываемой злостью. «Мишанечка, что же будет-то? Он в себя уже минут пять не приходит и дышит слабо». Женщина явно была напугана, а в моей голове пронеслась мысль. 5 минут? Но мне казалось, что прошли часы. А может быть, это мое воображение? Хотя мой желудок, который до этого ныл от голода, наоборот, был слишком сыт. А может, мне кажется... «Тихо, сейчас очнется, скорую вызывать нельзя, а подохнет, так туда и дорога». Он снова выругался и принялся трясти меня. Я издал непроизвольный стон, давая понять, что я еще жив. «Живой, Мишанечка, он живой!» Женщина противно захихикала. «Что мычишь, щенок?» Отец начал трясти более уверенно, я открыл глаза. «Я не помню ничего, что произошло». Я сделал вид, что просто потерял память. Они переглянулись, и женщина гаденько так улыбнулась.
ты упал? Она посмотрела, ну прям невинными глазами. Ага, как же, упал я. Простите. Я сел на свою пятую точку и попытался встать, но не вышло, голова болела. Миша, я думаю, что сегодня ему нужно дать выходной. Она с опаской смотрела на меня. Ага, а убирать я буду. Он шипел. Ну, Миша, мы же сегодня у друзей будем день рождения Васьки отмечать. Собрали же на пару дней, а он тут отлежится и уберет потом все. И она глазами показала, чтобы он прошел за ней на кухню. Отец молча прошел. Если ты не дашь ему оклематься, то он кони двинет и нас загребут. А денежки ты получать не будешь за него. Пусть валяется сегодня, может завтра, а мы приедем только во вторник. Она шипела, стараясь, чтобы я не слышал. «Сбежит», – прошипел отец. «Не сбежит, я устрою все». Ее слова не значили ничего хорошего. Уйдя, моя так называемая мама сказала, что скоро придет, и громко хлопнула дверью. Отец смотрел на меня с отвращением, но не трогал, а даже поставил воды и закинул меня на диван. С его стороны это было слишком добродушно, но я знал причину такого поведения. Деньги. Все дело было в деньгах. Я с ним ничего не видел, у меня даже телефона не было. Иногда он покупал мне лапшу быстрого приготовления, но в основном я доедал то, что было недоедено после их пьянок, и то, если он разрешал. Радовало только одно, что их не будет 2 или 3 дня. Но я хоть и не хотел сбегать, а вот того, что придумала эта женщина, опасался. Она, к слову, себя не заставила долго ждать и притащила с собой какую-то бабушку. Алкашкой она не выглядела, а вот зашуганной была. «Знакомьтесь». Женщина слишком резко толкнула старушку. «Это моя мама. А вот тебе она, щенок, теперь бабушкой будет». Она перевела взгляд на бабушку. «Это мой пасынок. Мы с Мишей уходим на пару дней, поэтому щенок или ты, мама, смотрите, хоть один из вас уйдет, то другому будет плохо. Вдвоем смоетесь, так мы и найдем, и тогда вам не сдобровать». Она обняла моего отца, и они ушли. Мы молча смотрели с бабушкой друг на друга. В старой худой куртке и халате она была, видимо, также постоянно с побоями от своей доченьки. Ее халат почти покрывал голые ноги, а там были и синяки. Лицо было худым, а глаза пустыми. «Здравствуйте, я Ярослав». Я присел, бабушка посмотрела на меня. «Здравствуй, я баба Нина». Она стояла и даже не думала садиться. «Присаживайтесь, я могу вскипятить нам воды. Чаю предложить не могу, его нет». «Спасибо, Ярослав». Она, хромая, пошла к дивану и присела. Худая, маленькая и такая же несчастная, как и я. «А это ваша дочь?» Глупый вопрос, но мне хотелось хоть как-то ее вывести из состояния ужаса. «Да, ты, малец, беги, я уже прожила. Добьют, а у тебя жизнь только начинается, поэтому бросай все и беги». На ее потухших глазах были слезы, но разве я мог с ней так поступить? Если уходить, то только вместе, но уйти нам некуда, поэтому лучше мы сейчас немного отдохнем, а потом, может, и придумаем что-то. С этими словами я помог снять старую куртку. Ее нужно было просушить, честно говоря, от бабушки плохо пахло. Видимо, ей не давали мыться. Но увидя синяки и на спине сквозь дыры в халате, я сделал предположение, что могли бить и по почкам. А значит, человек мог и под себя сходить. Не знаю откуда, но во мне словно зажглось пламя какое-то, словно при лихорадке. Я был зол на эту женщину, что с моим отцом, и на своего отца мои руки сжались в кулаки. Я старался не показывать бабушке свою злость, я не хотел ее пугать. Мои мысли заплыли в какие-то невозможные орнаменты. И я словно выдохнул огнем, как тот дракон, что был нарисован на одежде того парня. Меня затрясло, я выскочил на балкон под предлогом того, что посмотрю, что там с нашей водой. Меня трясло. Вся эта жестокость и несправедливость пробирала меня до мозга костей. И в какое-то мгновение мне захотелось, чтобы кто-то мог бы понять,
помочь, кто был бы только моей тайной. Минута, две, три, я не знаю, но почему-то вспомнил о домовом из фильма, который смотрели еще со своей бабушкой. Он так и назывался «Домовой», что как бы было хорошо, если бы у меня был такой помощник, и из меня выскочила искра. Не знаю, что это вообще было и изменяли, но по ощущениям точно из меня. И вот через какое-то мгновение напротив меня сидело что-то похожее на эльфа, если верить книгам. Заостренные ушки небольшого роста, но морда походила на кошачью, лапки как у кошечки и хвост такой пушистый. Все, у меня галлюцинации. Я сел. Это так ты меня приветствуешь? Да уж, сам создал, а сам обзывается. Это вот явление как-то укоризненно на меня посмотрело. И вообще там вода закипает, и старушку продует от открытого балкона. И я остолбенел. Но бросился из балкона, крепко его запирая, выключил плиту и мысленно подумал, что жаль, не могу попить чая. Как вдруг у меня на столе он появился. И это хвостатое чудо тоже. Слушай, Ярослав, я понял, что ты не понял, кто я. Но думаю, стоит познакомиться. Он протянул лапу. Имени у меня нет, пока ты не назовешь. Но я твой фамильяр. Ты, видимо, очень сильный, раз создал меня. Я полностью из твоих сил и способностей. А также знаю все, что знаешь ты. И все то, что в тебе положили астральное творение. Поэтому ты не переживай. Кроме тебя, меня никто не видит и не слышит. Так же, как и те рисунки на твоем теле. Оно отвесило поклон. Ага, головой я знатно ударился, да? Я смотрел как-то скептически, боясь пошевелиться. Нет, ты, кстати, чай-то заваривай. Там бабушка сидит, и вот еще на. Он моргнул, и на столе появился рафинад. Сахар. Спасибо. Я как-то осторожно заварил чай и добавил сахар. Бабнин, а я вот чаек раздобыл. Я присел, сам не веря, казалось, что я несу не чай, и она решит, что я издеваюсь. Но однако она отпила глоток, ее глаза словно просияли. Ой, спасибо, Ярослав, даже с ромашкой, мой любимый, давно я чая сладкого не пила. Она смахнула слезинку. И я понял, что это не глюк. А это значит, что нужно срочно поговорить с тем существом. Бабнин, я пойду на кухню, приберу там, а вы пейте и если что, то зовите, хорошо? Старушка кивнула мне в ответ, и я пошел знакомиться с этим чудом. Пройдя на кухню, я честно надеялся, что существа там не будет. Но к моему удивлению, он махал лапками и приводил это помещение в порядок, не прикасаясь к самим предметам. Я охнул от увиденного. А, Ярослав, я тут так немножечко порядок наводил. Ну, чтобы укрепить дружбу, так сказать. Оно упустило глазки. Ага, спасибо. Хорошо у тебя получается. Ты прости за мой вопрос. А ты кто? Ну, вообще расскажи, и как имя тебе дать, и я же не знаю даже. Я замешкался, было стыдно спрашивать, мальчик или девочка. Но видно, это чудо догадалось. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Громкий и разливистый смех прокатился эхом по кухне. Я понял, ты не слышишь, как я говорю о себе, что я помог, что я понял. Да и вообще ты друга хотел, а не подружку. Ну и ты же мальчик, в тебе преобладает много сил, так что я тоже, можно сказать, мальчик. Я не животное, я фамильяр, я дар для юного ведьмака. Я храню твои силы, тайны, секреты, вспоминания, все, что могу. Я много знаю. Я смогу тебе помочь с обучением. Я твоя защита и просто друг. А как меня будут звать, так это ты только решаешь. Он так радостно улыбнулся. А может, есть имя какое тебе, ну, нравится? Ну, я же не знаю, назову, а он огорчится. Нет такого, я о ваших именах не знаю, но имя даю только своему фамильяру. А если ты меня не назовешь, то я буду ничей.
Его вид был расстроенным. А что, от фамильяра можно отказаться? Кто-то так уже делал? Да, кто-то отказывается, кто-то остается без хозяина, если тот умирает. Я тебе не подхожу, да? Ты хотел бы кого-то получше? Он опустил лапки. Посуда сложилась на свои места, вилки, ложки, все было идеально чистыми. Все разлетелось по полкам. Он спрыгнул со стула и побрел прочь. «Стой, я не это имел в виду, просто стало любопытно, я не отказываюсь от тебя, я же, можно сказать, твой родитель. Я хоть и понимал, что сравнение глупое, но бросать то, что создал, я сам не стал бы. Меня самого бросили». «Правда?» – в его глазах заиграл огонек. «Правда? Давай имя выберем тебе». Я подмигнул ему. «Давай». Он сел рядом со мной. «Может быть, что-то связывающее с моим? Я вот Ярослав, а ты будешь Яр. Как фамильяр». «Глупо, да. Я не мог просто подобрать что-то подходящее». «Звучит неплохо, но мы так запутаемся». Он водил пушистой ножкой по полу. «Смотри, мое имя носили князья в Древней Руси. Так может, ты будешь князь?» Я воинственно расправил плечи. «Ты мне все больше нравишься, но князь скорее как кличка звучит». Он хохотал. «Да, действительно, я понял, что сказал глупость. Тогда посмотрим. Ты такой хорошенький, пушистый, ушки у тебя такие острые, милота просто. Хотя я сам себя чувствую как Гарри Поттер. Он тоже офигел, когда узнал, что волшебник. Невольно вспомнил этот фильм, что крутился всегда по СТС перед Новым годом. Но я любил его, меня манило что-то в нем. Но я же не назову тебя Гарри Поттером, да и как-то не ложится имя. Ох, вот как люди называют кого-то, как вот они знали, что я Ярослав». Мозг закипал, варианты в голову не приходили. Несколько раз я заглядывал в комнату, спрашивал у бабушки, не нужно ли чего-то, но она говорила, что все хорошо, и я могу не отвлекаться от работы. К слову, пока мы сидели, кухня приходила в шикарный вид. Я думал, а мой друг наводил порядок, и он был просто неотразим. Так же, как и кот в интересном фильме «Мастер и Маргарита». Там его, кажется, звали Бегемот. Но мой точно не Бегемот. Я стал перебирать в голове имена. Но хотелось для него что-то особенное, как и он сам. А ничего похожего не было. А какие-то супергеройские имена ему не подходили, но не выглядел он как-то устрашающе, скорее мило и как-то по-домашнему, по-свойски что ли. Он наводил порядок, почесывал пузико, серебристые полосы по спинке перетекали к хвосту, на лапках были похожие узоры, что у меня на теле. Его шерстка была такой воздушной, он был просто милейшим и пушистым, ему бы многие животные позавидовали. Даже было жаль, что его никто не видит. «Ярослав, ты так на меня загадочно смотришь. Ты придумал мне имя?» «Нет, я пытаюсь подобрать, но как-то все не то. Ты милейший из всех, я чувствую. Я не знаю как, но чувствую, что ты добрый и смелый, и что ты мой друг. Ты просто маленькое чудо, я даже имени тебе не могу выбрать. Я очень расстроился». «Я тоже не знаю, как можно меня назвать?» Он тяжело выдохнул. «Мне стало стыдно за себя. Если он так переживает из-за имени, значит, оно очень важно для него. Я, видимо, не это, как его там, ведьмак, а просто неумеха. Перебрать столько имен и не найти то, что нужно». Я еще раз посмотрел на него. Он был так опечален, что я готов был себе уже ударить, но тут меня осенило. «Я придумал!» Он обернулся. «Я знаю, что ты чудо, так?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Я вот немного изучал английский, так вот, на нем слово «чудо» звучит как «miracle», а сокращенно «мир». Как тебе?» «Мир? А что, неплохо. Да и никто не поймет, это будет наша тайна. И выходит красиво. Ты Ярослав? А может, я Мирослав, а?» Он похлопал лапками. Таким счастливым я его не видел. Правда, он резко замер, и шерсть его стала дыбом.
Мир, что произошло? Яр, а тебе не кажется, что стало подозрительно тихо? И действительно, не слышно шоркающих ног бабушки, она переставляла их, как бы разминая. Ее причмокивание от чая. Пила она его медленно, чтобы успеть запомнить вкус еще раз. И не вздыхала больше так тяжело. Мы переглянулись и пошли в комнату, ее не было. Уйти незаметно она не могла, балкон закрыт. Но мне показалось, что весь дом просто затаился от страха. «Мир, я, кажется, чувствую, что дом боится», – я сглотнул. «Я тоже чувствую, и тебе это не кажется совсем». Мы переглянулись и решили пойти по комнате. Все было как всегда, только вот ощущение опасности не уходило, а все больше нарастало. «Мир, я вот очень хочу поднять глаза, но как-то опасаюсь». Потолок. Угу, точно. Мы снова переглянулись. Мир взял зеркало, и мы заглянули в него. Я почти закричал, но он закрыл мой рот лапой и показал, что нужно молчать. Над нами в углу на потолке сидела огромная двухвостка, а голова была той самой бабулечки. И она что-то упорно рыла в том углу. Ее хвост был как два острых изогнутых меча. Эти ноги, которых было много, так сильно вонзились в потолок, что казалось, он скоро осыплется. Мир потащил меня обратно на кухню, пока нас не заметили. Меня охватила паника, все же я еще ребенок, а тут что-то вообще не для детей. Бежать, вот моя первая реакция, просто бежать. Но Мир сидит и думает о чем-то. «Мир, нам надо бежать, и чем дальше, тем лучше, пока вот это вот нас не заметило». «Нет, как только ты приблизишься к двери, она почувствует, и я, кажется, начинаю понимать. Мы дали ей чай, сладкий чай. Все это время она пила лишь воду, и не факт, что она была настоящей бабушкой. Скорее всего, мы что-то выпустили», – он говорил полушепотом. «И как нам ее теперь загнать обратно?» «Я думаю. Но наших знаний еще недостаточно». Скрежет застал его прерваться. Из-под потолка выглянула морда бабушки и с противными обломками мелкими зубьями. Она была чем-то очень обрадована, в отличие от нас, и гаденько так улыбаясь. «Привет, Ярик! Вот я и нашла тебя!» Она произнесла своим хриплым голосом. «А меня надо было искать?» Я заикался. «Да, ты же такой крошка, и очень добрый мальчик, и, наверное, такой вкусненький». Она приближалась медленно, продолжала ползти под потолком. «Я нет, точно нет, нет, невкусный, ой, у меня уже глюки». Я косил под дурачка. «Не, просто время обедать». Она резко прыгнула, я заорал и выставил руки вперед. Какая-то волна откинула ее от меня, а мир стал крутиться вокруг себя волчком и превращаться в огненный шар. А потом понесся на нее. Я видел, как она юлила и хотела сбежать, но вместо этого сгорала. «Возьмите просто насекомое и начните его жечь. Вот то же самое, только очень огромное. Вонь, запах горелой кожи, мне становилось дурно. А потом я потерялся в пространстве. Очнувшись, я увидел, рядом сидел мир, а вокруг словно ничего и не было». «Мир, что это было?» «Это пожиратели. Они питаются детьми, и нас почти съели. Ты вовремя ей ударил, иначе я бы не смог ее сжечь». «Ударил? Да я закричал, и все». «Ты на эмоциях выдал оглушающую волну. Ты научишься. А пока что нам следует все проверить и приступить к первым попыткам обучения, пока твой отец не пришел». Он вздохнул тяжело, а я совсем раскис. Скоро этот кошмар вернется. Да и как объяснить, куда делась бабка? «Мы справимся, я помогу. Теперь ты не один». Я хотел что-то спросить, но в дверь постучали, и мне пришлось встать. Это был соседский парень Костя. «Привет, ба просила передать тебе пирожки». Он холодно посмотрел на меня, но очень внимательно.
Странный он, всегда в капюшоне, и мне все время кажется, что там кто-то есть. Спасибо. Я взял пирожки, бабушка у него вкусно готовила, но сам он меня пугал. У тебя все хорошо? Как-то неожиданно спросил он. Да, спасибо. Я поспешил закрыть дверь. Прошел на кухню, Мир налил нам чаю, я положил пирожки. Знаешь, Мир, вот тут сосед живет, Костя. Он, может, тоже из этих, кто детей ест. Странный он какой-то. Да нет, от них запах ты бы учуял теперь. Каждая победа тренирует защиту, поэтому нет. Может, просто сам по себе такой? Мир пожал плечами. Не знаю. Мы молча ели пирожки и пили чай, а я радовался только тому, что я теперь не один. Правда, я то и дело поглядывал на потолок, эти двухвостки всегда мне не нравились, а тут еще и такая. Ярослав, что с тобой? Все об этой двухвостой думаешь? Да, я просто боюсь представить, сколько вот это вот сожрало людей и детей. Да, это, увы, издержки нашей жизни. Но мы-то с тобой точно знаем, что хвостатым тут не место. Нас не сожрешь. Он улыбнулся и начал мурлыкать. Настоящий кот, только волшебный. Знаешь, Мир, я рад, что у меня есть ты. Хоть ты и с хвостом. Я погладил его по спинке. Я тоже рад, что я теперь есть, Ярик. Мы посмеялись. Знаю, что даже эта двуххвостка здоровая не сравнится со многими ужасами. Я помнил разговор за тем столом и все время думал о том, как я буду это все узнавать, кто такие некроманты и как его найти, и почему только он сможет завершить обучение. Я вышел на балкон, там на лавочке сидел Костя. Он, словно заметив мой взгляд, обернулся, и я быстро ушел. О, странный он! И никак не вызывал доверия. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон. Так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты? Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.